Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай – стал ближе. Международная авиакомпания Fly Dubai открыла прямой рейс из Нижнего Новгорода в один из важнейших торговых и финансовых центров всего Ближнего Востока. По традиции, первый лайнер в аэропорту Стригина встречали своеобразной водной аркой. Первые нижегородцы, которые отправятся в Дубай, признаются, наконец-то можно добраться напрямую. Поездки в столичные аэропорты и долгое ожидание вылета остались в прошлом. Благодаря этой компании не только в Дубай сейчас можно прилететь, но и в такие страны, как Шри-Ланка, то есть, да, это такое в Дубае, но все же из Нижнего Новгорода в Москву не надо ехать. 5 часов, потом еще из Москвы в Нижний Новгород ехать, это было очень сложно, но уставали люди. Для нас вообще этот рейс – подарок, потому что рейс дневной, нам с ребенком очень удобно. Прямые перелеты из Дубая в Нижний Новгород и обратно авиакомпания обеспечит 2 раза в неделю. Дневные рейсы будут производиться каждую среду и субботу. Областной центр стал очередным направлением для крупного международного перевозчика. Наряду с такими российскими городами, как Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные воды, Краснодар, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Сегодня Нижний Новгород стал 10-м городом в России, в котором мы открыли линии перелетов в Дубай. В вашей стране очень развита маршрутная сеть. И нам не только приятно, но и важно быть на российском рынке. Прямые перелеты должны привлечь не только туристов, но и деловые круги. И от этого наш регион только выигрывает. Ведь, по сути, мы стали куда ближе к бизнесу Ближнего Востока. Очень радует то, что еще одна международная авиакомпания пришла в Нижний Новгород. Это позволит не только нашим туристам воспользоваться прямым рейсом, но и очень надеемся на то, что и инвесторы из Арабских Эмиратов, и туристы прилетят посмотреть Нижегородскую область. Тем более, что мы готовимся к чемпионату мира 2018 года. Слово, на сегодня авиапарк Fly Dubai насчитывает 50 самолетов марки Boeing со средним возрастом чуть более 3 лет. Международная авиакомпания осуществляет перелеты по более 90 направлениям в 45 странах мира.